Так, поставил конденсатор. 2,2,2, 3 двойки, значит, 2,2 нанофарада на 1600 вольт. Тут тоже 2,2 нанофарада, 5 киловольт. Но он греется, а этот не греется. И потом, когда он греется, частота плавает. Вот стабильно 2,5 вольта настроил. 2,6. Экономичка ярко горит. 9 ватт. Можно настроить и на высшее напряжение, но я не хочу, чтобы сгорело. Но ты там чуть подкрутишь, и оно может подпрыгнуть на 300. Вот там где-то было подпрыгнуть на 300 вольт. Там может и больше подпрыгнуть, и оно может сгореть. Еще раз посмотрю, ли конденсатор. Конденсатор холодный. Вот это супер конденсатор. Если холодный, не то, что вот этот советский. На выше напряжение и больше греется. Значит, ток очень хороший может держать. И тут тоже вот немножко частота плавает в начале. 196-198. Он немножко подогревается, немножко в резонанс входит все больше. И поэтому, если частоту открутить в другую сторону, тогда будет понижаться напряжение. Ну а вот если катер... Так, у меня тут два конца цепились. Качер не буду включать, но от него никакой пользы нет. В общем, экономичку выкручу. Горячая. И вкручу тут еще. И вкручу 20 ватт где-то лампу. Посмотрим, как она сгорит. На ней 85 вольт. Тут можно уже частоту подкручивать, посмотреть. Вот ушел от резонанса. Вот тут резонанс. Если его выкрутить, так напряжение там так сильно может подняться, что сгорит. Сгорят диоды. Конденсатор тоже может пробиться, но вряд ли пробьется. Там он на 630 вольт. Диоды тоже, наверное, не сгорят. Но опасно. Вот 175 вольт. Вот я сделал катер на полевом транзисторе. Он потребляет 0,5 ампер, даже может меньше. И у него синусоиды, то есть на коллекторе осциллограммы, я бы сказал, более прямые фронты, чем на биполярном. В общем, лучше на нем. На биполярном он больше время открыт, больше, чем закрыт. Поэтому там, на самом деле, это как бы... нехорошо. Лучше напряжение поднять и меньше
что было 50 на 50, так само лучше. Когда больше время открыток, уже как бы эти синусоиды, если качать больше скважинности, тогда она как бы, ну, мы потерим больше. Уже он больше, это обратная ДС начинает работать. Чем... Ну вот, тут такое потребление 0,5 ампер, это может... Ладно, не буду гонять. Попробую качер запустить. Вот через резистор 3-4 где-то ома запускаю. Это параллельно подключу ему конденсатор 2 нанофарада. Вот подключил. Вот какие фронтики крутые. Но эта частота теперь низкая. Вот 1,5 вольта на лампе. Ой. Слышно? Да, ну вот резистор, видимо, дымит. Потому что тут нужно помощнее. Вот транзистор тут открыт, вот это закрыт, потом выбросы индуктора идут. Если вот напряжение 1,4 вольта на лампе от одного качера, то, конечно, теперь можно сказать, что от качера не будет никакой прибавки. Вот я качер отключаю, 175 вольт. То есть никакого влияния от него нет. Даже немножко притухает, потому что, видимо, общее напряжение проседает или что-то такое. Не может пуш-пул как-то мешает работать. Нормально. Можно не мелочиться и сказать, что никак не влияет качер. Лампа так сгоревшая. И вот частота где-то 800 кГц. 880. Это хорошая лампа. Я ее выкрутил из ванны.
это на 53 ватлампе, вот так горит, на 38 вольт. Тут уже на самой низкой частоте, вот эта самая высокая частота, 6 вольт. Вот самая низкая 130 кГц, а самая высокая 300 кГц где-то. Вот 56 вольт. Вот что я хотел сказать. Частоту качера. Пока не ловит, но вот. А, тут же настроено напряжение нечисто. Вот. 860 кГц. Вот как я могу на одном качере поменять частоту в другую. Вот просто отключу вот этот конец от этой всей всего тороида. Вот частота будет 1,4 мегагерца уже. Почти в два раза поменял частоту. Просто отключив эту емкость. Вот какая 100 грамма. Вот это открытый транзистор, это потом выброс колебаний индуктора. Видим, потому что Теслы это колебания не могут быть. Потому что Теслы это и есть частота, на которой качает, она должна ровно совпасть. Подношу лампу, уже чистота вот какая. Вот этот резистор я на самый максимум закручиваю, иначе. Иначе он не запускается. Качер не запускается. Вот я включил, он не запускается. Надо до максимума докрутить. Там где-то. Но нет, почти не до самого. Вот между базой и эмиттером 500 Ом резистор. И вот от плюса идет на 10 кОм вот этот резистор. И потом от него 2 кОма еще идут на затвор. Вот транзистор поставил 76P6NK60Z. Он кажется на 600 вольт, где-то 6 ампер.
Вообще-то можно было бы на 100 вольт, вполне хватило бы даже на 44 вольт, на 50 вольт. Но просто у меня таких нет. Есть 3205, но у меня их уже мало, и они тут лучше для каких-то, для пушпула может поэкономить. Там нужны они как бы такие очень мощные, тут для качера как бы нет смысла их ставить. Ну там на 20, то есть на 100 ампер, там, а тут пол ампера потребляет, даже если 2 ампера будет потребляться, все равно они слишком мощные. И из-за того, что они слишком мощные, они могут быть медленноватые для качера, для 1,6 МГц, например. Лучше их поэкономить для пушпула, где там частоты низкие. Так, я заказал транзистор ERF 640. Уже истекли 2 месяца, потом еще 10 дней попросил продлить, теперь потом еще 20 дней попросил продлить заказ, потом пока еще не получил их. Так-то бы поставил их. Знаю, что-то мне говорит, что они могут так и не прийти. Вот это продавец, вот эта лампа, она, во-первых, сделал ее обзор. Вот фирма RGS Direct Drive 2011-65L. В общем, тут она. Тут на ней даже не написано, сколько ватт, но там в магазине было написано там 3, ну точно не помню, но где-то 3, допустим, ватт. Но на свете точно не как 3 ватта, она где-то в 2-3 раза слабее светит, то есть как бы, я бы сказал, наверное, не я бы сказал, наверное, точно как бы обманывает с мощностью, что она там на такую мощность, на самом деле ее не такая мощность. Она очень так слабо светит, довольно. Я бы знал это, я бы не покупал. Но и цена ее такая низкая, что действительно она на такую маленькую мощность предназначена. Какая ее цена, потому что очень маленькая. Такую цену низкую нигде не найдешь. Вот только не надо мыло обманывать. Что-то побольше мощности. Так вот, я как бы такую антирекламу сделаю этой лампе, чтобы не покупали такие вот лампы, какие-то подделки. И она у меня, когда я ее вкрутил там, и она у меня сразу там немножко погорела, а потом включила, и она перегорела. В первый день и сгорела. Не знаю, там у меня радиопередатчик ромовый, кажется. Но вряд ли там от него она могла сгореть. Так что. И там я смотрел, там многие диоды погорели, похоже. Потому ее как бы тут и чинить не особо есть смысл. Ее только много возни там вытаскивать эти диоды, если пробовать использовать. Мне там продавец написал, что не открывай как бы спор. Я тебе натошлю такую самую лампу, то напиши положительный комментарий.
Муск написал: когда получу эту лампу, тогда напишу положительный комментарий. Но вот сколько только времени уже прошло, он написал хорошо, но этой лампы так еще и нет. Как-то мне кажется, наверное, она уже и не придет. А там вообще можно писать комментарий свой, редактировать. Когда не прошли еще там 2 месяца, потом уже все, ничего не можно писать, только добавить новый вроде бы можно, а тот старый изменить нельзя, может даже нового нельзя написать. Так что я уже бы и не смогу там поменять комментарий. Если я его написал, то не помню, я написал. Она недорого там стоила, где-то может 1 евро, может даже меньше. Так что если не так страшно, что там на подделку, но просто можно вот как ориентир взять вот такой фирмы, не покупать. Хотя это старый год, 2011, может они уже там поменялись. Но все равно. Вот когда и не написано нигде, вот мощностей нету, к чему придраться. Нигде не написано, насколько на мощность, насколько напряжение.